Всем доброе утро. Доброе, прекрасное утро. Ну что, новый день, новые дела. У нас на улице пипец, покажу. У нас на улице идет дождь. Всю ночь шел дождь. Я просто обожаю спать под дождем. Мне кажется, лучше, чем дождь, вообще ничего нет. Вот правда. Это так круто спится. Это так убаюкивающе вообще. Я всегда так хорошо высыпаюсь под дождем, просто нереально. Ну что, пойдемте пить кофе? Пойдемте пить кофе. У нас сегодня с вами распаковочка. И она будет скоро совсем. Вот здесь что-то. Мне кажется, здесь карты Таро. Не знаю. Вот, мне кажется, то ли здесь Таро, то ли здесь очки. Тут что-то очень тяжелое. И вот здесь куча бейсболов, но, по-моему, помимо бейсболов, здесь еще что-то есть. Не знаю. Будем с вами что-то распечатывать после кофейка. Давайте сейчас попьем кофе. Ой, на улице, конечно. Не, ну супер, что прикольно, сейчас в зал поеду. Я люблю вообще заниматься своими какими-то делишками, когда идет дождь, потому что, ну, как-то вот себе начинаешь время уделять, а не вот ходить по улице, бродить, колобродить. Не знаю. Никто никуда тебя не зовет, никаких тусовок нет, никаких пьянок нет. Все сидят дома, а ты делаешь свои дела, это очень клево. Поэтому везде ищите свои плюсы, везде плюсы ищите. Посмотрите, как нас все затянуло. Сон сегодня приснился. Вот сейчас представляете, на башне посмотрел, сон приснился, что менеджер сказала, в августе выдам ключи. Но мне кажется, какой-то такой сон-то был не в руку. Она говорила август-сентябрь. Проверим, конечно же, проверим. Но что-то мне подсказывает, что домик-то будет сдан ноябрь-декабрь. Посмотрим. Затянули, сука, из-за пандемии затянули. Уже давно бы у меня были бы ключи. В марте должны были быть ключи этого года, затянули. Но они прям официально это объявили, сказали, сорян за пандемию, из-за того, что были поставки всякие закрыты, потому что очень много какие-то истории у них из Италии, по-моему. То ли отделку им из Италии везут, вот эта отделка дома. Не знаю, короче, не знаю, вру, может быть, сейчас навру. Ну, короче, сказали, да, что сорян, официально мы имеем право затянуть в связи с пандемией. И ведь ничего не подскажешь. Ой, ничего же не скажешь. Там юристы такие работают, мама, не горюй. Не подлезешь. Привет, любимая. Привет. Да мы с тобой уже со всеми здоровались. И Сася, и с тобой. Здоровались уже. Моя любимая кружка. Слушайте, я же вам не показывал, давайте покажу, что я купил из Зары. Сейчас. Вот она. Я купил ее, потому что ну, она прям ну, очень крутая. И знаете, вот качество. Я хочу поехать купить еще ту, которая тоже с пальмами была такая, ну, какого-то бежево-золотистого цвета там какая-то была такая. Хочу ее еще поехать купить. Ну вот эта пушка прям. Просто пушка. Она реально очень круто смотрится. Еще, знаете, очень похоже по факту. Ой, это по рисунку с моими татушками, видите? Какими-то так же, ну, такие повторяющиеся. Ну и второе, это. Второе, это шорты я купил. Потому что я подумал, что у меня много черных футболок. Всякие футболки Микки Маусы, не Микки Маусы. Все у меня черное. И, в общем, короче, решил купить. У меня просто есть такие, ну, обычные голубые шорты. Вот, но думаю, черные обязательно надо. Потому что реально футболок много черных. Как-то черные футболки с синими джинсами, они вроде как хорошо, но вроде как-то и не очень. Поэтому, ну, прикольно, мне кажется, прикольно. Как вам? Так, ну что, мои хорошие, давайте будем смотреть. Сейчас немножко получилось. Давайте будем смотреть распаковочку. Барам-пам-пам! Так, ну что, начнем с маленького.
Я не знаю, что это может быть реально. Но я думаю, что это карты Таро. Я не знаю. И я прав, по-моему. Сейчас, секунду. Твои слова водится. Ищу вчерашний день. Давайте. Сколько-то покупали-то, а? Молодцы, как я. Прикиньте. Твои слова водится. Охереть. Новая колода Таро у меня. Посмотрите, во-первых, японская. На японском языке. Сейчас, секунду. Покажу для сравнения. Вот обычная классическая колода, 10 сантиметров в высоту. И посмотрите, какая эта колода. Видите? Твои слова водится. Крутая вообще колода. Так, уголок помят, посмотрите. Надеюсь, что карты не повреждены. Нет, карта, фу, слава богу. Слава богу, все. Карта в отличном состоянии. Вай. Посмотрите, какая рубашка. Слушайте, как... какие они длинные. Я первый раз такую колоду вообще вижу. Японская. Видите, здесь Magic написано и на японском, и на английском. Класс. Не все поймут. Крутейшая просто колода. И плотный картон такой. Круто. Такое японское аниме какое-то. Крутяк. Ладно, будем разбираться с этой колодой. Супер. Просто супер. Так. Распаковочка началась прекрасно. Я рад. Ого. Суперская. Видите, у меня есть уже египетская, есть японская. Есть еще, по-моему, какая-то. Сейчас кофе нальем. Давайте дальше. Мои хорошие. Ну, здесь бейсболки, походу. О, посылка в посылке. Вот еще. Это бейсболка, скорее всего. Вот еще. Бейсболка раз, бейсболка два. И что-то здесь еще. Я вообще не знаю, что это все такое. Так, ну что, поехали. Сейчас, секунду. Я прям слышу, что вы кричите. Да сядь тут же. Молока плесну, можно? Че, орать-то сразу? Нормально же общались. Поехали. Ну что, с чего начнем? Давайте с бейсболок начнем. Сейчас главное не, блядь, не порезать их. Я уже вижу, что просто охуенная. Представляете, даже внутри, посмотрите, внутри положили надутый такой пакет надутый, чтобы не заломать форму. Смотрите.
Отлично. Класс, вообще просто класс. На лето вообще, блядь, Дубай, буду самый модный. Офигенные, да, цвета? Мне очень нравятся вот такие цвета. По-моему, это цветотип лета. Мой цветотип. Так. Ась, прости, это я. Ася аж подскочила, бедная. Дальше. Офигенная, просто офигенная бейсболка. А, тут еще картон. Картонка и маленькая собачонка. Супер. Так, ладно. Пока 2-0. 2 супер. Следующее. Вот представляете, и это тоже так запаковано. Сейчас я покажу ее. Слушайте, а вот тоже, видите, положили внутрь. Итак, ой, здесь, а здесь пластиковая. Ой! Они мне положили подарок. Миньон. Слушайте, а эта бейсболка, знаете, по качеству, как раньше были в детстве. Такие поролоновые. Тоже клевая на самом деле. Вообще пушка, просто, блядь, пушка. Цвет просто космический, серый. Вот я обожаю именно вот такой серый. Не графитовый, а именно вот такой. Пушка, блядь, просто пушка. Твои слова, водица. Охеренная. Просто охеренная. 3-0. Сейчас давайте я аккуратненько вот так вот сделаю, чтобы собак не пугать. Класс, да? Твои слова, водица. Так не годится. Идем дальше. Я даже не знаю, сколько их поназаказывал. Бейсболок 4. Так. Смотрите. Сейчас картонки всякие выстрелы. Смотрите, вообще пушка. Сейчас эту херню тоже уберу. Это вообще классная должна быть. Должна, но не обязана. Так, это что-то какая-то развалившаяся, нет? Сейчас посмотрим. Подождите. Она прикольная, сейчас я покажу вам ее. Сейчас главное, чтобы по форме была нормальная. Она, короче, черная, со звездой такой. Ну, короче, я здесь. Подождите, что-то это... Что-то это какая-то... Нет. Вот здесь. А, все понятно. Она залежала. О, заломили ее вот здесь, залежала она. Как-то она выглядит. Она крутая. Она потом расправится. Я сейчас на что-нибудь нацеплю. На... О! Я ее вот так сейчас оставлю. И она подраспрямится. Или на голове буду носить, и все. Вот видите, вот здесь заломчик. Ну, по-моему, охуенно. Просто охуенно. Подождите. Что-то вот здесь, да? Какой-то залом. Слушайте, в любом случае она охеренная. Идем дальше. Кстати, я так поставлю ее. Пусть она в себя приходит. Супер. Честно говоря, я не помню, что заказывал. Вообще не помню. Просто не помню. Ну а это моя любовь. Ну как я мог не заказать ее? Ну как? Как я... Фу, она пахнет. Так, это тоже заломилось. Ну ничего, все распрямится, все распрямится. Так. Фу, она пахнет. Она пахнет. Какой-то китайщиной. Эти вообще не пахнут, прям крутые. Твои слова, водица. Так, не, что-то я защемил себе сильно много здесь. Вот здесь, видите, заломалась. Короче, с Микки Маусом. Слушайте, что-то я сильно себе это утянул. Первая прям, первые две прям крутые. Это тоже, на самом деле, со звездой крутая. Надо просто ее это отлежало, чтобы... И с Микки надо тоже разобраться. Вот здесь заломила. Вон, видите? Заломили. Ну, ничего страшного. Мы ее поправим. Я ее подутюжу. Твои слова, водица.
Да, я ее подутюжу, и нормально будет. С Микки Маусом, с таким. Класс, да? Супер, просто супер. Если бы вы знали, сколько они стоят, то вы бы себе купили 200 штук. Так, я прям боюсь смотреть дальше. Что здесь может быть такое? Выпьем. Я не знаю, что это такое. По-моему, кстати, прикольная тема. Сейчас мы к ней вернемся. Да, классная тема сейчас. Блин, я же золотую заказывал, нет? Ну ладно, сейчас разберемся. Твои слова, водица. Я вообще ни хера не помню, что я заказывал. Я просто не помню. Топчик, 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 топчик. Просто топчик. Вот такой у меня теперь есть браслет на руку. Сейчас опять придется уменьшать, укорачивать. И это я не люблю делать. Но мне кажется, прям будет топчик. Ой, вообще. Прям супер. Просто супер. Посмотрите, какой браслет крутой. Видите? Твои слова, водица, так не годится. Это пьяный заказывал. Я был пьяный. Но мне нравится. Так, вот эти надо сюда перекинуть. А эту оставить здесь. Вообще топ. Просто топ. Ой! Дальше. Где-то были очки еще. Где-то я заказывал какие-то очки, я не знаю. Вот какие-то, смотрите, дутые такой штуки. Были очки. Да, это очки. Твои слова, водица. Если не понравится, выкинем, блядь, сразу же. Че, долго думаешь, что ли? Ух ты. Смотрите, какие. По-моему, огонь, да? У них, знаете, что ходит? Вот эта штука шумит. Какие они легкие. Вот в этом весь прикол, что они легкие. Вот это класс. По-моему, они мне идут. Твои слова, водица. Классная форма. Ой, очков форма крутая прям. Так не годится. Ну что, Дубай, жди меня. Я разлетала, да-да-да-да. Во, вот так надо. Лук-лучок. Белая метелица. Сейчас я разберусь с этой бейсболкой. Что-то мне здесь, да, она поплыла. Так, ладно, разберемся. Я вам более того скажу. Весь товар был заказан в выпившем состоянии. Весь. Поэтому, говорю, я даже не помню, что я заказывал. Ой. Смотрите, по поводу этой штуки, которую я вам не показывал, распечатал, не показал. Ух ты. Вау. Вау. Сейчас. Короче, если увидите модного парня в Дубае, это я. Я буду идти скромно, но со вкусом. Вот такая. Подождите, нет. Одна перевешивает, да? Да. Сейчас, секунду. Сейчас вам все покажу. Не переживайте вы так. Классная, кстати, штука. Мне такую штуку один раз подарила Лена Летучая.
из Парижа. Купила в Париже. У меня есть она. Золотая. Кстати, она золотая. Прикиньте, а я хотел вторую еще золотую купить. У меня же есть такая. У меня очки есть Tom Ford. Мне Оля Орлова их дарила. И это... Смотрите. Как красиво будет. Буду вот так вот идти. Вот Дубай, да? И у меня вот этот крестик. Сейчас как бы вот так вот сделаю, да? Видите, он будет на солнышке просто охуенно блестеть. Понимаете? Понимаете? Это мужская вся история. Это, блядь, не женская. Вы не думайте. У девушек тоже все это есть. Просто видите? Блин, я бы, знаете, вот подкоротил бы, может быть. Чтобы крестик вот так вот висел, да? Посмотрю, может, сейчас смогу сократить ее цепочку. Нахера мне такая длинная? Чтобы вот так, да, вот так должен крестик висеть, а не... Ну, хотя он и так висит, тоже клево. Но видите, он здесь как будто бы загибается уже, да? А, кстати, а он и есть, смотрите, он принимает, видите, форму? Прогиб такой. Видимо, на этом периоде, на этом... И так и должно быть. Подождите, дайте, я не вижу в камеру. Хочу зеркало посмотреться. Ой, господи. Какой я красивый. Потому что такая красота достанется, да? Вообще пушка-пушечная, ребята. Просто я в восторге. Я просто в восторге. Прикиньте, вот это, она особо незаметная, да, вот эта цепочка. Но на солнце я даже боюсь представить, как она будет, блядь, херачить. Меня будут просто видеть отовсюду. Супер вообще, супер. Ай. Там еще, по-моему, были очки. Сейчас посмотрим. Отлично. Просто. Ребята, знали бы вы цены. Знали бы вы цены. Что, еще очки? Подожди, а там что, тоже очки? Я не заказывал столько очков. У меня один раз, я помню, заказывал... Что я заказывал? Что-то заказывал. А мне, посмотрите, знаете, что пришло? Женское кольцо с таким перстнем. И там был то ли ворон, то ли вот какая-то, знаете, такая магическая какая-то была херня. Я такой думаю, что это такое? Думаю, я даже, если бы я сильно был пьян, я бы такое бы не заказал. И у меня соседка была Ленка, а она это занималась... Вон, смотрите, салфеточку положили. А она занималась магией черной. И это, я говорю, Лен, по-моему, для тебя прислали, забирай. И все, человек носит это кольцо и вспоминает меня добрым словом. О, какие добротные. Прям какие добротные. Эти похуже по качеству. Девчонки. Вау. Вау. Они охуенные. Слушайте, в них даже ярче видно. Смотрите, металлическая херня. Это ушки. Просто пушка. Просто пушка. Очки просто охеренные. Ну, идут же мне они. Твои слова водиться, так не годится. Просто, они охеренные. Посмотрите, какие они крутые. Они просто пиздец, какие крутые. И они такие, вот знаете, в чем весь прикол? Что такой добротный еще пластик, и нос вот этот не будет, знаете, с двумя точками, блядь, на носу. От этих, которые, ой, слушайте, прям по этой. Знаете, как правильно очки смотреть? Твоя форма или нет? Ну, размер. Размер, не форма, а размер. У вас должно быть вот эти ушки, они идти параллельно. То есть не должны вот так вот идти. Я просто в ахере. Я просто в ахере. Я просто в ахере. Там еще были другие линзы. Я теперь думаю, может быть, другие еще линзы заказать. Цвет линз. Слушайте, просто пушка, просто. Просто, они просто охеренные. Вот эти прям круче, чем вот эти. По качеству, мне кажется. Но эти-то вообще тоже пиздатые. Форма-то вообще огонь. Просто. 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 Люди маленького роста. Я не знаю, что это такое. Вот это... Там вообще ничего нету. Подожди, я тебе, блядь, сниму бейсболку.
Еще одни очки. А это что за очки? Блядь. Меньше пейте. Пейте меньше. Или когда пьете, знаете, в интернет-магазины не ходите. Пиздец. Посмотрите, какие охуенные. Посмотрите, какие охуенные. Просто. Кстати, прикиньте, блядь. А линзы почти одинаковые по цвету. Не почти, блядь, одинаковые. Это просто находка. Это просто находка. Подождите. Но огонь. Ну просто огонь. Согласны? Я люблю линзы, которые вот не в черный, но такие черные тоже должны быть. Почему я меньше восхищаюсь черными, но мне здесь безумно нравится форма. Посмотрите форму, обратите внимание, она не круглая. Посмотрите, не круглая форма, видите, углами. Такой трапеция такая, трапециевидные какие-то, ромбовидные, не знаю, правильно. Эти вообще пушка. Я просто бахер. Так, знаете, что мне надо заказать? Мне нужно заказать подочечники. У меня есть парочку свободных от старых очков, которые я повыкидывал. Просто. Ну охереть. Ну просто охереть. Вот они что есть на глазах, что нет, я их не ощущаю. Ни по тяжести, ни по линзам. А посмотрите, какая красота. М? Короче, вообще, просто пушка. Все, мои хорошие, мне нужно бежать. Смотрите, какие крутые, да? Мне нужно бежать, мне нужно сделать еще расклады Таро на следующую неделю для вас, для канала Кривенко Таро. Я вас люблю, я вас целую. Слушайте, вообще супер, просто супер вещи. Я просто вообще офигеваю. Шикарные цвета, просто шикарные. Этот вообще, просто я обожаю этот серый. Сейчас их под себя подам, ну, все нормально будет, вообще все будет отлично. Ну, пожалуйста. Почему нет? В Дубае будет жара, блядь, под 45 градусов. Бейсболки нужны будут обязательно. И вот светлые желательно, потому что черных я угорю. Вот, пожалуйста, светлая бейсболка у меня теперь есть. А мне так супер вообще. Модный, блядь, скороводный. Все, мои хорошие. Блядь, подождите. Ну, блядь. Ну просто, ну не пушка ли, а? Посмотрите, под эту еще рисунок совпадает по цвет, по колору. По колору. Твои слова водится. Огонь, просто огонь. Просто, ну что, это разве так бывает? Ни одного товара не разочаровал, ни один товар не разочаровал. Давай, Сережка, сплетись. Это вообще тема, на самом деле, очень модная, крутая тема. А она опять снова входит в тренд, вот эта штука. Поэтому, парни, не стесняйтесь носить. Это очень удобно, хоп. Снял, повешал, все, сидишь в ресторане, жрешь, пьешь, ешь, вышел из помещения, опять надел, и опять ты красивый, самый. Сюда вот это подходит, такая, она посерьезней. Сейчас я все сделаю, по форме сделаю. Главное, чтобы вот эта сетка не заломлена, вот это главное. Потому что, если вот это было бы заломлено, все, пипец. Огонь, я просто готов в Дубай. Дубай! Я на... Сегодня какой день недели? На следующей неделе, в понедельник, вторник, буду покупать билеты в Дубай. В Красноярске я уже купил вчера. Блядь, девочки. Цены пипец. Просто пипец. Не, ну это вообще... Ну, топчик, просто топчик.
Мне кажется, вообще, блядь, огонь, да? Твои слова, водица. Все, мои любимые. Напишите, что вам понравилось больше всего. Смотрите, даже здесь Микки Маус. Лапка его. Смотрите, красная, черная, вот эта белая строчка. Вот смотрите, как все проделано хорошо. Сейчас я поправлю, это утюгом я поправлю, это просто, она даже не это. Проглажу здесь утюгом и все.